Подмосковье появился новый медицинский сервис «Здоровье онлайн». Сервис доступен на региональном портале госуслуг. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет с помощью учетной записи. Новый портал запущен на единой цифровой платформе здравоохранения Подмосковья. Благодаря сервису можно вести детальный дневник здоровья, посмотреть анализ внесенных показателей, получать рекомендации по питанию, физической активности и другую полезную информацию. Также можно подключить к своему аккаунту родственников и следить за здоровьем вместе. Всего жителям региона доступно 23 электронных медицинских сервиса, которые посетили уже 73 миллиона раз.